Всем приветик! Вот такая вот еще одна посылочка мне приехала. Просто роскошная. Тут такие огромные куртины. И такая вот бульбофилум Мингаруда. Но не знаю, вот здесь поставщик вот такое фото прикрепил. Но я смотрела в интернете, я прикреплю в конце видео, что вот именно этот бульбаш, который написан здесь, он... другой, не тот, который на этом фото. Такой даже не похож. Вот такая вот просто огромная растюха с новыми ростами. Даже не знаю, сколько здесь бульбочек, но очень много. Очень много. Хочу, наверное, посадить его в мох, потому что вот те бульбаши, которые у меня в мхе растут, отлично пускают ростики. И все с ними хорошо. А те, которые были у меня в коре, там с чипсами, с кокосовыми добавлены, и еще там мох был, те, к сожалению, у меня летом пересохли и пропали с моими отъездами, с жарой с этой летней. Так что, наверное, все-таки в мох посажу. Как всегда, обрезает поставщик корни, непонятно почему. Прям загадка для меня. Зачем обрезать корни, если можно просто достать и выслать? Ну, или с тем же горшком, или, ну, в общем, не знаю, у меня насчет этого как-то такие непонятные вообще мысли, зачем обрезать корни. Вот такой вот огромный бульбаш. Классный. Так, следующая растюшка. Это... Ой, хоть бы прочесть... Ну, в общем, вот такая вот сильвер. Не буду я первое слово читать, корявить его. Потому что, не знаю, вот такая вот огромнейшая просто. У меня есть уже этот сильвер. И приходил, по-моему, если не ошибаюсь, какой-то был... То ли из Германии, по-моему, из Германии. Вот заказ какой-то был. И приходило там 3 или 4 роста. У меня в домашнем цветении цвел. И стоило это в долларах, не помню сколько. Ну, в общем, пришла такая растюшка, не очень большая. А здесь вот такая огромная, просто огромная кустяра целый. И на 2 цветоноса, не знаю, надеюсь, что не засушит. Вот. Хотя все может быть. Такие вот два бутончика. Один уже лопается. И вот такой вот цветочек замечательный, вот такая звездочка. У меня когда в домашнем цветении цвел, тоже я вставлю фотографию своего домашнего цветения, которое у меня есть. И он прям такой вот насыщенно зеленый был, настолько яркий был. Вот такая вот губа замечательная. Ну вообще все мне бросовольные очень нравятся, все их вот эти вот такие острые, длинные. Листики, их росты, и такая вот бесподобная растюха, и вот цветение звездочкой, прям очень-очень мне нравится. Такая вот красавица. Кстати, у меня недалеко лежит, я сейчас для сравнения достану. Вот моя, это, да, вот, вот эти 4 роста получается. Старые, потом вот это у меня выросла, 5-я, она процвела, и за лето вот еще выросло 3 ростика, и вот там показался чехол, не знаю, вот это эта же растюшка. Ну вот, чтобы просто в сравнении, вот поставлю эту растюшку, да, которая уже больше года, которая у меня в домашнем цветении цвела, и вот эта, которая приехала. Это вот из заказа Вандовых. Вот такие вот там слоноподобные кустяры. Просто очень радостно такое получать. Но это тоже растит корешочки. И вот она у меня в вулканике посажена. И корешочки замечательные, и ростики растут. То есть, в принципе, вообще абсолютно неприхотливая растюха. Если, конечно,
не загниет ризома, как у бросовольных. Вот я в предыдущем видео показывала, как у меня биноза загнила, и все. И чем я только не проливала, чем я только не лечила, это все гниль пошла очень быстро, и я не успела спасти. Приблизительно вот такая же биноза была, чуть-чуть, наверное, побольше. И она у меня рассыпается, к сожалению. Так что да, это у бросовольных есть. Дальше. Дальше. Это вот такая энциклия. У меня есть энциклия Мария. Я от Дианы получала. Такая зеленая красавица. Зелеными цветками такими цветет. И вот, вот такую еще красотку прикупила, чтобы моей зеленой было не скучно. Тоже вот шикарная какая бульба, прям упитанная, такая налитая. Класс. Такие вот мощные растения приезжают. Просто прелесть. Дальше. Это у нас Джайрак Кеку. Тоже такое сиреневое цветение, такой звездочкой. Опять такие же ростики, длинненькие, заостренные. Все, как я люблю. Ну и просто, конечно, мощное растение. Такие вот красавицы приезжают в кокосовых таких стаканчиках. И видно им тут, точнее, не у нас, а вот там, где они выращивают их, там все-таки, конечно, влажность. Ого-го, какая, это можно наблюдать по верху, какой мох растет. У меня он просто-напросто высохнет однозначно, потому что влажность низкая. Ну и мне не подходит. Вот такие стаканчики мне не подходят, пластмассовые, потому что у меня очень быстро все пересыхает. Как бы я ни старалась поливать, но пересыхает. И это у нас котлейка Chocolate Drops. Это я у Светочки из Америки увидела в одном из видео, как она посещала свою подругу. И вот у нее эта котлейка цвела, ярко-красные, просто огненные цветы. Тоже с такой формой звезды. В общем, я все фотографии добавлю, как они должны цвести. Вот такая тоже замечательная. И корневая, и ростиков достаточное количество. Я вот только единственное не пойму по названию. Она должна быть вроде бы как с высокими ростами. Ну, скорее всего, это такой вот подросток. Посмотрим. В общем, классные, очень классные растюшки. Ну, и дозаказала. Вообще у меня началось все с адениумов. Вот я заказала в тот раз 6, по-моему, или 5 штучек. 5. Вот. И потом еще увидела новые фотографии адениумов и решила вот еще себе приобрести, уже пока у нас тепло, пока посылочки. Можно не переживать за посылки, что что-то замерзнет. Вот я еще дозаказала вот таких крепышей-малышей. 8 штучек. Буду. Те я посадила и эти посажу сегодня или завтра, точно не знаю. Вот такие вот красавцы приезжают. Просто обалденного качества. Как я уже рассказывала в предыдущем видео, там, где я получила адениумы. Адешки, конечно, радуют. Все такие вот прям упитанные попочки, классные. И, в общем, началось с того, что я думала, да закажу 2 адениума и все. Потом я переставила свои адешки на другое окно и поняла, что у меня еще есть место. И что еще свободно влезут эти. То есть я подсчитала приблизительно по горшочкам, сколько у меня поместится адениумов. Хотя там еще и повесить можно. Ну, в общем, это на будущее. Пока уже все с покупками. Я пас. И потом я увидела вот эти вот растюшки. Приехали помимо адениумов. Ну и как же не заказать вот такие, когда ты видишь такие фотографии, что приехали такие огромные красавцы. Естественно, помимо адениумов, рука потянулась еще и эти забронировать. Вот такие вот жирные. Не деленки, не какие-то там 2-3 ростика, а вот действительно полноценные красавцы.
Такая вот замечательная посылочка. Все ссылочки я оставлю в описании, где можно заказать такие растюшки, адениумы, ванды, бросоволы, там, бальбаши и так далее. Всем спасибо, до новых встреч!